Я обратил внимание, какое недовольное лицо было у него. У кого? У него. Интересно, почему? Это, наверное, потому что мало земли захватим. Надо было больше, подумал он. В это время взорвалась азербайджанская бомба. Вперед! Победа за нами! Москву лови! Ловит, ловит! Вперед и только вперед. Ногами вперед. Это у них ногами вперед, а у нас головой вперед. Значит, ногами вперед. Но он же у нас. Боже, а Ашрафа принесли. Извините, сестра, здесь у нас поворот. Вообще говорите по-русски. Неужели это не Ашраф?